Всем привет, на канале Аленка, меня тут уже, похоже, пытаются пульнуть. Это симулятор драконов. Где это? А вот, подкрадывается. Опа! Ой! Ну ладно, так вот. Ученик 6 уровня. Еще меня там сзади подпинывают. По-моему. Так, нам туда. Ой, похоже, я поняла. Полетели, я знаю, где. Я запомнила то место. Ой, да что ж такое-то? Ой, да что ж такое? Все, сейчас залетим. Полетели. По-моему, тут знак вопроса. Да, вон. Люди поймали одного из нас и его посадили в клетку. И собираются убить. Ты должен спасти его. О, вот это у меня в первый раз такое задание. Спасти своего собрата. Обычная война какая-то. Ладно, полетели. Собрата в первую очередь спасти надо. Похоже, это на другом острове. Тихо. Да, это на другом острове. Семья, не отставай. У нас сейчас важное задание. Только вопрос, а как надо спасать? Клетку разбить или надо людей победить? И типа мы спасли. Это где вообще? Что, надо камень рушить? Да блин, не туда опять. Ай, я поняла. Давай, давай, давай. Ла. Ай. Еще полетели наверх. Я, похоже, поняла, где это. И теперь надо спускаться вниз. Странно, конечно, что они на горе ее не закрыли. А, вот он в клетке. Так, вам сейчас хорошо затормозить. Это ж клетка, да? А что мне ее надо? Вот так вот? Ай, короче, часть клетки. Что так ты легкотня? Так вот, мы закончили. Ну, и все. Так, полетели обратно к тому дракону. Ну, теперь нам лететь куда-то в ту сторону. Вот, уже прилетели почти. Вот там поселка. Вот, вот тут дракон. По-моему, а вот да, вот. Вот он стоит. Знак вопроса. Ю, нет, это другой. Ладно. Это другой дракон. Тот был какой-то голубой, а этот красный. Ладно. Войско людей скоро придет в эти края. Они уже послали обозы. Что такое обозы с припасами в войсконе? Надо уничтожить обозы с припасами. Обозы сломаны. Надо 5 штук таких
Сейчас я их буду долго искать, и потом я запутаюсь. Когда я выполню задание, я потом запутаюсь, где знак вопроса с драконом. Ладно, полетели. Семья, не отставай. Вот буду оставлять огни, чтобы вы не потерялись. Хотя вы все равно телепортировали. Телепортируйтесь. Ой. Вот. Это ж оно? Это что вообще? Вот. Это что надо? А как это? Надо вот так вот? Ой. Короче. Что-то у меня огонь не туда стреляет. И лего. Еще надо 4 штуки таких уничтожить. Так. Полетели. Ой, нет. Взлетай. Все, полетели. Иху. Это где-то тут. Вон телега. Полетели их я. Уху. Так, семья. Где вы там? Я хочу сегодня детеныша. Так, стрелка. Показывай туда. Ив. Опа. Ой. Все, полетели. Мне показалось. Так. Вперед. Ю-ху. Вот телега. Я фу, опа. Все, можете рушить телегу. А я пока дальше полечу. Ах. Ну давайте, дорушивайте. Ну что ж так громко? Нельзя потише. Сейчас соседи разбудите. Но это я в игре. О, теперь на тот остров лететь. По-моему, тут где-то наш дом. По-моему. Но это не точно. Вот телега. Юху! Ой, господи. Криво вечно сажусь. Посадка у меня кривая. Ой. Это не то надо рушить, это. Вообще, что-то как-то на... Уже бегут, бегут, надо бежать. Надо бежать. А то меня пристрельнут, и у меня задание пропадет. Летим. О, буду вот так вот делать. Искры оставлять. Ух, так вот так вот. Слетаем. Еще куда-то надо вниз. Вниз, вниз. Где эти припасы боевые? А, так они еще дальше. А что надо сейчас будет воевать? Стоп. А что они тут делают? Где деревня? Чё-то ничего не поняла. Тут же должна быть рядом деревня еще. Ладно. Телега. Ой. Сейчас. Так, все, продолжить. Пырляют в нас, пырляют. Блин, а чё? Стоп. Чё я не могу впыльнуть? Ладно, я вот так вот сделаю. И ученик получай. Ой, что-то как-то криво я пуляю. Ой. А что с пулей? А что с пулей? Она ж меня не дотрагивается. О, все, починили. Все, летите прямо, мои хорошие. Теперь надо опять знак вопроса искать. Ладно. Думаю, они где-то на горах сидят.
Драконы. Вот. Если будете такое играть, то я драконов таких искать надо на горах везде. Блин. Стоит. А, блин. Хуя, 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 хопа. Получай. Блин, не могу тебя. Вот все, колдун 6 уровня. Ой, как же ты орешь. Я не могу в тебя попасть. Это ведьма. Все, докусывайте пока. Ведьма, ты ничего мне не сделаешь. Ой, почему? Так, люди. Тут хотят на нас напасть, еще у них есть волшебник. Так, что, не добили? Не добили. А что, некогда плюнула? Так, хорошо, полетели. На нас хотят напасть. Еще там есть волшебник. Один волшебник. Полетели. Драконы, сейчас важная миссия. Не отставайте. Ой, тяжело, он отлетает, конечно. О, все. Так, где это? Где? Это сундук, это не то. Юху! Ху-ха! Ху! Где это вообще мешает? 100 микрорайонов лететь. О, виднеется уже что-то. О, вот они стоят. Вот, да, волшебник. Хая, получайте. Хая. Все, нападаю. Ой, драконы, помогите, спасите. Мечник, ладно, я сама справлюсь. Драконы, помогите, спасите. Так, одного победили. Блин, еще один идет. Я. Мечник. Ой, мне сейчас загасят. А, нет, я победила. Ой. Вот все. Ой, все, драконы, спасибо, вы, правда, опоздали чуть-чуть, за это я ставлю 4. Не надо считать дракону оценки. Вообще, куда я лечу? Я мимо острова, по-моему, пролетела. По-моему, это последний остров. Так, полетели. Я думаю, где-то дракон сидит на горе какой-нибудь. По-моему, где-то тут еще может сидеть. По-моему, тут один сидит. Так, подлетаем. Нет, не падай, не падай, не падай, не падай. Прошу, пожалуйста, не падай. Все-таки упал. У меня дракон. Ну, я его. Ну, он, короче, еще взлетел. Ай, да что ж такое-то? Вечно я криво сажусь. Ух, взлетели. Так, попытка номер 100. Взлететь на гору. Так. Вот сейчас будет вообще круто, если тут нет дракона. Но он есть. Вот. Розовый. А у меня, по-моему, такой нет. У меня, по-моему... А, нет, есть. Ой, прикол. Тут надо найти 5 тайников на карте.
Разворот. Опа. Ой. Криво. Криво сажусь. Я-у. Так, где это? Тайник. Ю-ху-у. Так, это где? А вот и. Ой. Опять криво. Да что ж такое-то? Что так быстро-то? Мне надо собрать 5 тайников, а я нашла только один из 5. Ладно, садимся. Вот, один тайник собран. Там было только одно золото. Сейчас главное не упасть в воду, а то я очень испугаюсь. Так, вот, вот, вот. Вот один тайник. Да они близко друг к другу, оказывается. Ой, ой, взлетайте я. Так, куда дальше? Похоже, тут тайники только на этом острове. Полетели. Так, как тут? Вот так, ой. Криво, но взлетели. Вот, вот один тайничок. Ой, ёу. Так, а что, надо именно садиться? Нет, нет, вот, не с тела. А нет, тут, похоже, на других островах есть тайники. Ладно. И вперед я вот. Ой, ой, нет, 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 не сядешь. Вот. А нет, это не тайник. Мне нужен еще один. Похоже, на другом острове. Так, давайте вот так вот залетим. Высоко их я. Йоп. Так, тайник где-то тут внизу. Его никто не охраняет из крас, из злых людей. Так, драконочки. Ну ладно, всем пока и до скорых встреч.